Ты что это снимаешь? Ты что, не слышала? Серебро развалилось, теперь новых девочек ищет. Ну а кто, если не я, спасет наш шоу-бизнес? Чем вообще я не Поля Серябкина? Вообще-то Оля. Да пофиг! Слушай, откуда у тебя эта камера? У мамки с кладовки сперла. Правда, пришлось свадьбу стереть. Ну да пофиг вообще, я стану скоро столисткой серебра, куплю им по квартире, нормально будет. А ты что, вообще петь умеешь? Да что там петь, всего лишь 6 нот. Не, ну слушай, круто. А теперь, может, 2 без фанеры? Я с тобой в космосе, не отпускай меня. Светка, я тут послушала, как ты поешь. Ты уверена, что у тебя получится? Да, конечно, получится. У меня такие связи в шоу-бизнесе. У меня дед в ДК работает охранником. Он даже Киркорова вживую видел. Ну что, тебя взяли? Да нет. Видос посмотрели и меня заблокировали. Да я и не парюсь. Пойду в Black Star. Там вообще кого попало. Короче говоря, Хэллоуин. Обожаю Хэллоуин, ведь именно сегодня можно не краситься и на глупые вопросы, что с твоим лицом, отвечать так. Да нет, я не урод, это просто маска такая на Хэллоуин. Чтобы погрузиться в атмосферу праздника, я решила пересмотреть все самые страшные фильмы ужасов. Но это было зря. Когда я была маленькой, меня преследовали деньги. Зачем я это вообще смотрю? Ну, с фильмами не получилось, зато я могу накраситься и полностью передать образ Хэллоуина. Офигенно. Пока я делала сотое селфи, я услышала очень странный звук. Сначала я подумала, что это кошка, но кошка сидела передо мной. Мы немножко испугались, но потом я вспомнила традицию Хэллоуина ходить по соседям и клянчить конфеты. Это, здрасте. Кошелек или жизнь? Но соседи назвали меня наркоманкой и вызвали полицию. Короче говоря, Хэллоуин. Какое прекрасное мероприятие. Первый раз на бале. Так сказать, я и бал. Теперь мы точно как американцы. Ребята, а нас точно из комсомола не выгонят? Yesterday, all my troubles seem so far away. Make love, not war. Сейчас встречаемся у Сашки в гараже, пивка для рывка, ну а потом на дискотеку. Ай, горячайся, словно нам дал измех. Где же пои на голос серебристый смех? Тихо, мамка звонит. Алло, уроки делаем. Спокойной ночи. Родаки точно разрешили на ночевку? Ничего, не указ, что ли? Как тебя мамка отпустила? Я сказала, что мы будем уроки делать. Ну что, реально будем уроки делать? Я тебе книжку покажу. Ты что, это что, пермикс, что ли? Мамка, если увидит, убьет нас. Да что ты паришься, это слабая алкоголка. Вот дверь закрыта. Девочки, а что вы там делаете? Мам, уроки делаем, ты что? Сначала пойдем борщик попробуем. Мама, это моя комната, не лезь сюда! Светик, привет! Что-то курить захотелось. Ты что гонишь? У меня предки дома, тут нигде курить нельзя. Светка, давай быстрее! Девочки, идем. Закрывай! Закрывай! Так, а чем это тут воняет? Это, наверное, на кухне у тебя что-то сгорело. Ой-ой-ой, пирожки! Девочки, 3 часа ночи, вы что не спите? Мам, мы просто аниме смотрим. Что? Я по телевизору видела, это бесовские мультики! Так, ты крестик носишь? Да я просто чокер надевала, вот и сняла! И вообще, что ты на меня при Светке орешь? Светик, а ты крестик носишь?
Вот видишь, святой ребенок. Капец, она у тебя жесткая. Вы кто? Я твоя крестная фея! Ты чё на бал не пошла? Мачеха заставила меня перебрать мешок пшена и мешок гороха. И всё? Ну, из 1000 селфи выбрать одно нормальное. Капец она стерва! Давай покажем старухе, где раки зимуют. А платье? Ой, это не для тех случаев. Ну все, я побежала. Стоять! А теперь последний штрих. Хочешь загадку? А и Б сидели на трубе. Б упала, а пропала. Кто остался на трубе? Анька, скажи клей. Клей. Полная баночка суфлей. Собирайся, народ, кто в игру идет. А в какую не скажу, на базаре расскажу. Пацаны, играем в молчанку. Ехали цыгане, кошку потеряли. Кошка дохла, хвост облез. Кто промолвит, тот и съест. Что, уже гуляете? Она проиграла, она промолвила. Прикинь, Анька сегодня сказала слово «сука». Короче, давайте играть в казака-разбойника. Только чур мы прячемся. Тихо, ты не толкайся, я по их порту музыку передаю. Короче, девочки, сегодня будем делать сценку для бабушки Кати и тети Нины. Я уже с ними договорилась. Делаем танец. Я взрослая. Аурики, аурики, аурики. Гуляют девки, гуляют мужики. Аурики, аурики. Ладно, и так сойдет. Еще один год прошел, а у меня все по той же программе. Постоял здесь, глянул сюда, пощипал траву и опять сначала. А дело знаешь в чем? Пойду-ка я на юрфак. Фу, тебе что намазать? Меду или сгущенного молока? Тебе меду или того и другого? И того и другого, и можно без хлеба. И не ищи меня, понял? Я за другого замуж пойду, и у меня будет 5, нет, не 5, а 10 детей. И хозяйство будет, и муж умница, такой что, ух, и он будет любить меня, и мы будем жить счастливы. Блиц, блиц, скорость без границ. Рад тебя видеть, родной. Здравствуй, дорогой друг. Этот козел меня бросил. Можно я у тебя перекантуюсь? Слушай, ну косметика у тебя, конечно, вообще шикарная. Труп со спиной медведь. Ой, это твой? Тебе что, для подруги жалко? А помнишь, как я тебе в первом классе ручку одолжила, а? Вау. Ой, это твоя новая, да? Знаешь, я просто очень хочу надеть это платье, выставить фоточку в Инстаграм, типа, у меня все окей, все alright. Вот у меня с ним точно такие же отношения были, как у Кристиана и Анастейши. У меня тоже не было своей квартиры. Ты знаешь, я у тебя уже месяц живу, да? Просто хочу тебя как-то отблагодарить. Да нет, денег у меня нет. Я просто хочу сказать тебе спасибо. Майя, нам надо серьезно поговорить. О чем? Мне кажется, тебе стоит поискать другую квартиру. Ты красиво улыбалась! Подруга, блин. Блин. Вот если бы можно было просто взять и выиграть квартиру. Но в тайне ты суперзвезда. Друзья. No one told you that.
Зачарованные. В главных ролях.